Вы, конечно, видели эти видео, типа сравнение дешево, среднее, дорого. И я подумала, почему бы у меня не сделать то же самое. Всем привет, это канал Акстар, и сегодня мы с вами сравним звук трех гитар за 2000 рублей, за 25 тысяч рублей и за 50 тысяч рублей. Посмотрим, сможешь ли ты почувствовать между ними разницу. Я думаю, это получится круто, так что погнали. Гитара за 2000 рублей, она же прекрасная, нет? Блин, там же было прибрано. Давайте вы туда смотреть не будете, пожалуйста. Я там уберусь завтра. Кстати, я не буду обрабатывать звук, но в конце мы сравним уже с обработанным звуком и без, и посмотрим, стоит ли переплачивать 48 тысяч, если можно обработать звук. Знаете, в чем самый главный минус этой гитары? Не знаете? Желтые струны. Гитара из Ашана. За что? Если честно, звук достаточно звенящий, басов не очень много, тем более эти басы желтые. Почему, я не знаю, это некрасиво. Ашан, запомни. И в принципе, эта гитара меньше, чем обычная гитара. Где-то на 3 лада покороче, то есть обычно где-то примерно вот такая вот. Это плюс для некоторых, минус для некоторых, решайте сами. По крайней мере, я на фоне ее выгляжу побольше и самоутверждаюсь за счет нее. Опять же, звук звенящий. Давайте уже переходить к средней гитаре за 25 тысяч рублей. И мне уже надоело на этой гитаре играть, честное слово. Наконец-то, гитара за 25 тысяч рублей. Кстати, именно эту гитару мы разыгрываем. Если ты еще не знаешь, то чтобы участвовать в розыгрыше, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк, оставить любой комментарий и подписаться на мой инстаграм. Он где-то, он вот здесь, короче, вот здесь мой инстаграм. А 31 декабря в 18:00 на этом канале прямой эфир с розыгрышем этой гитары, не пропусти. Уже чувствуется мощь, уже чувствуется, что эта гитара не из Ашана и что на ней очень классно играть. Кстати, эта компания, эта гитара от компании Baton Rouge, если что, ссылочка в описании. Как мне кажется, звук намного лучше, но вы сами слышите его. В конце мы еще сравним звук с обработкой, без обработки. А сейчас давайте Sweet Dreams посмотрим, как звучит на гитаре за 25 тысяч рублей. Тут хотя бы басы не хрипят, и звучит все довольно-таки плотно. Так что мы послушали, как звучит гитара за 25 тысяч рублей. Давайте переходить к самой дорогой гитаре на сегодня. Естественно, чем дороже гитара, тем она приятнее ощущается, приятнее держится в руках. Ну и посмотрите, какая она красивая. Чего стоит только вот этот вот узор вокруг резонаторного отверстия. Итак, погнали. Гитара за 50 тысяч рублей, плюс-минус, если честно. Тут уже намного больше басов, намного чище звучит гитара. Кристина, перестань смеяться и уйди отсюда. Ура! Здесь попить. Паша, играй. На, попей. Так. Итак,
для наглядной разницы сейчас мы сравним гитару безостановочно, без обработки и с обработкой. Конечно же, дорогая гитара звучит лучше, но с обработанным звуком они все почти одинаковые. И стоит ли переплачивать 48 тысяч за гитару, чтобы играть было... Короче, конечно же, стоит. На ней играть удобнее, взять любую дорогую гитару. Она, естественно, лучше, чем дешевая гитара. Но, в принципе, вы можете не париться и взять дешевую. И все будет хорошо. Да? Да! Я надеюсь, тебе понравилось это видео и эта рубрика. Если ты хочешь, чтобы мы сравнили что-нибудь еще, то обязательно поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. И чтобы не пропустить новое видео, то обязательно подписочка, колокольчик, нажимай, и все будет классно. А 31 декабря в 18:00 будет розыгрыш гитары на прямом эфире на этом канале. Так что не пропусти ни в коем случае, если я чуть гитару не сломал. Если хочешь победить в этом конкурсе. Это все. Пока.